Инициализация протокола безопасности метрополитена. Охранная сеть станции недоступна. Диспетчерская служба метро не отвечает. Пожалуйста, предъявите билеты. Проверка подлинности билета пройдена. Спасибо за пользование услугами метрополитена. Обнаружен противник. Применение. Я тебе сердце вырву. Нет! Теперь поясню.
Компания Волтек представляет новую линейку подземных убежищ на основе нашей запатентованной технологии 3S. Технология 3S — это три кита выживания в ядерной катастрофе. Спокойствие, сталь и санитария. Спите спокойно, зная, что наши суперпрочные двери выдерживают прямое попадание атомной бомбы. Под землей вам грустно? Улыбнитесь. Наша система освещения «Домашнее солнце» имитирует ощущение от солнечных лучей с минимальной вероятностью обгорания. Жилые помещения используют революционную систему автоочистки «Полосос». Незаменима для семей с маленькими детьми. Забудьте о вениках! Матери по достоинству оценят нашу кухонную систему «Кулинар 3000». Ням-ням, даже здесь пахнет булочками. Матери по достоинству оценят нашу кухонную систему «Кулинар 3000». Ням-ням, даже здесь пахнет булочками. Вам скучно? Смотритесь! В нашем салоне «Веселотрон» найдется все для самых разных вкусов. От новейших голофильмов до классических симфоний. Еще одна новинка от «Волтек». Вас беспокоит безопасность? Наши видеокамеры Super Glass позволяют смотрителю убежища видеть вас в любой момент. Забудьте об одиночестве. Если все-таки ядерная война случится, вы можете быть спокойны. В убежище от Волтек вашей семье ничто не угрожает. Надеемся, вам понравилась экскурсия. Еще больше информации можно найти в брошюрах, которые раздают наши гиды. С тех пор, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Чтобы понять, почему людей так влечет океан неизвестного вокруг нашего крошечного мира, мы отправимся в путешествие. Сядьте поудобнее и приготовьтесь покинуть нашу планету. Мы отправляемся к звездам. С тех пор, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Чтобы понять, почему людей так влечет океан неизвестного нашего крошечного мира, мы отправимся в путешествие. Сядьте поудобнее и приготовьтесь покинуть наш...
другой планеты. Мы отправляемся к звездам. С тех пор, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Чтобы понять, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Чтобы понять...
чую, мой... Страх! Ты здесь! Ты здесь, Вадим! Сядьте поудобнее и приготовьтесь покинуть нашу планету. Мы отправляемся к звездам. С тех пор, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний. Да, тут тебе делать нечего, чужак.
кажется, на светлой стороне стал одним бойцом больше. Эй, ух ты! Возвращение блудного героя! Эй, раскури трубку мира! Знаешь, вы с отцом так не похожи. Наверное, теперь тебе хочется узнать о нем. Когда твой папа был в этих местах, мы с ним немало говорили. Он тот еще перец. Он все говорил про какую-то научную мумбо-юмбу, в которой я ни черта не понял. Какой-то проект «Чистота». Еще он сказал, что навестит доктора Ли в Ривет-Сити, а потом ушел и очень спешил. Не знаешь, где Ривет-Сити? Вау. Просто вау. Ну, кучка ребят собралась вместе и превратила заброшенный авианосец в город. Круто, да? Просто иди по реке на юг отсюда. Ты его точно не пропустишь. Я даже сказать тебе не могу, как меня любят на пустоши. С тех пор, как новости галактики снова запели, ребята снизу говорят, что нас слушает все больше людей. Это все, чего я хотел от жизни. Понадобится местечко, чтобы отсидеться. Залетай. С удовольствием впишем. Посмотрим, как супермутанты попробуют Что тебе нужно? Это мое. Это я нашла. И ты ничего не получишь.
боже! Я думал, мне крышка. Но тебе удалось меня спасти. Они обронили вот это. Возьми. Больше у меня ничего нет. Ладно, как скажешь. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Кендейс, это Ральф. Скажи отцу, что я ни за какие деньги на свете не проведу Армагеддон, закрывшись с ним в каком-то вонючем чулане. Заберите мою цифру. Это 6. А теперь, с вашего позволения, у меня свидание с ядерным грибочком. Счастливого всем Холокоста. А ты еще кто? Забудь, тебе надо выпить. Вишенка, у меня во рту пересохла. Наливай, не стесняйся. Возьми из бара. Я не доверяю тем, у кого в руках нет выпивки. Правда, людям с выпивкой я тоже не доверяю. Есть, пить, рыгать и трахаться. Ха-ха-ха-ха. Тут меня никто не достает. Могу делать все, что хочу и с кем хочу. Ха-ха! Это мои девочки для развлечений. Мне мало одной женщины, так что без двух никуда. Ха-ха! Я их каждую ночь довожу до изнеможения. Зачем им одеваться, когда я их все равно раздену? Эй, выбирай выражение, чучело. Я им не плачу. Они заботятся обо мне, а я забочусь о них. Развлечься мы не прочь, когда приходит ночь. Закрой дверь с той стороны, чучело. Ух ты! Ты настоящий жеребец! Меня зовут Фантазия. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать. Дуки не любит, когда на мне много одежды. Он говорит, что не любит тратить время зря. Он не так плох. Он умеет быть смешным, и он точно знает, как укатать девушку. Да и потом, здесь я в безопасности. Я бы не стала доставать оружие, даже чтобы просто ему показать. Его паранойя может сильно сократить жизнь. Не стоит ввязываться с ним в дуэль. Стрелок он и правда отличный.
Может, это неплохо для него. Я просто увязалась следом. Он отлично стреляет и знает, где раздобыть выпивку. Это, ну, дом Дукова. Он здесь живет. По большей части он только пьет и трахается. Пока. Привет, дорогуша. Меня зовут Вишенка. Чем могу помочь? Дуков любит только самые теплые отношения. Больше ему ничего не надо. Он старый извращенец. Единственная причина, по которой я терплю его самого и его потребности, то, что здесь я в безопасности. Он сначала стреляет, а потом задает вопросы. Не пытайся достать оружие, когда он рядом. Скорее всего, он тебя пристрелит. А стреляет он отлично. Ты редкостная свинья. Я делаю это только потому, что с ним я в безопасности. Он намного круче, чем кажется. Правда, я не уверена, насколько его хватит. Только если ты заберешь меня в Ривет-Сити. И не думай, что я буду позволять тебе то же, что и Дукову. Мы будем спать отдельно. Подожди, пока я соберу сумку. Черт, забыла. У меня же ничего нет. Тогда просто пошли отсюда. Да? Чем быстрее мы там окажемся, тем лучше. Чё тебе надо? Выпить не хочешь? Нет? Ну, как знаешь. Тебе нужно больше пить! Ха-ха! Это безнадежно! Вот и все. Слава богу, не меня. Слава богу, не меня. Будешь знать, как со мной связываться.
Денис Фолс до Республики Дэйва. На этой волне вы ясно и четко слышите наши репортажи, да? В прямом эфире. Но погоди-ка, Тридок Найн, ты сидишь в своей чудной студии в Вашингтоне. Откуда ты знаешь, что тебя слышно у черта на куличках? Все благодаря малышу из убежища 101. У этого пацана получилось починить наш ретранслятор. Правда, круто, друзья. Так что прощай, дурацкий белый шум, и снова здравствуй, прекрасная музыка. Расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла и слушайте класс. Докнайт, вы слушаете радио «Новости галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь Минздрав предупреждает. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, привет. Вы тоже любите.